Привет, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Baldi Basics. В данный момент будем стараться опять-таки победить. Побежали сразу от него. Буду, наверное, стараться вот этот вот дневник последним забрать. А сейчас идем так же, как мы проходили первый раз. То есть открываем эту штуку, забираем. Побегаем сюда. У нас только один дневник взят, то есть мы сейчас можем взять крюк. Вот он. Вернуться обратно, взять журнал, побежать дальше. Нет, ну ты все портишь, братан. Видишь, немножко отогнали этого Балдика подальше, чтобы он дольше шел до нас. Сейчас у нас есть возможность. Какая же возможность у нас есть? Что-то сделать. Я его слышу там. Значит, открываем эту штуку. Активируем этот журнал. Он там идет. Если не успею, то будет печально. Он уже рядом. Да. Вот теперь я уже не уверен вообще ни в чем. У меня получится пройти. Сейчас надо будет шоколадку брать, без шоколадки я вообще не добегу ни до куда. Без шоколадки я сейчас ничего не буду, ни на что способен. Беру шоколадочку. Короче, смотри, здесь оказывается есть прикол, давай сразу попробуем. Опа. У меня есть теперь шоколад, ой, шоколад говорю, яблоко. Побегаем, побегаем. Им пофиг что ли? Я бегаю здесь, говна кусок. Ему насрать вообще. Так, может быть, здесь можно это использовать, этот круг. Для того, чтобы быстрее убегать от него. Такое ощущение, как будто наоборот мы медленнее бежим. Ничего я тебе не дам, говна кусок. Там Балди новую линейку себе нашел, как говорят. Рулер, мне сказали, что это линейка. А, то есть видишь, как это работает? Он бесшумным становится. Так, ну я где-то просрал, получается... Новая бесшумная линейка у него. Окей. У нас 5 дневников. Это на самом деле много. Там кассета. Взять что ли кассету новую? Вдруг нас поймает этот говнюк. Я, наверное, использую все-таки батончик. Блин, быстрый гад. У меня есть яблоко. Яблоко вроде бы дает мне дополнительную жизнь, если меня ловит Балди. Но сейчас мы это и проверим. На самом деле без понятия. Как там в действительности все? Не успею уже убежать на самом деле. Эх, печально. Да, надо просто бежать, просто тупо бежать. Так, где же еще у нас? У нас здесь один, здесь второй. А где еще один дневник? Я вот не понимаю, если честно. Здесь я взял. Ну вот этот дневник нам нужно взять. Я его не брал. Как смысл сейчас брать, да? Вот и все. Не, здесь не было смысла брать. Без замочка здесь, конечно, не пройти. Да, для тебя. Он рад, он счастлив. Но, блин, все равно непонятно, что нужно делать. Нифига себе, он надолго, кстати, встает. Вот дневник. Да я уже не успею. Он слишком быстр. Мне направо, да, ведь надо? Вот. Нет, не оно. Подожди, я ничего не понял. Я бегать не могу. Братан. Директор. Все, я проиграл. Я не знаю, где последний. Я вспомнил, где последний. Я же здесь брал. Я не успею. А здесь заперто.
точно. Все, я проиграл. Но на самом деле самая удачная попытка пока что. Проиграл, ребят. Самая удачная попытка из всех пока что. Я запутался, блин. Я думал, что я здесь последний не взял. Если бы здесь не взял, то выиграл бы. А я не взял ведь там, где у нас кнопка еще, которая меняет положение этого говна. Я просто бегу. Делаю абсолютно так же. Делаю сейчас все абсолютно так же. Ничего не меняю. Крючок. Журнал. Бежим, 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 бежим. Блин, там девочка это идет. Никаких игр сегодня, пожалуйста. Ну сейчас он дойдет до сюда. Мы его арестуем. И он пойдет делать круг. Ой, здравствуй, не пугай так. Вот замок, замок очень важен. Яблоко тоже очень важно. Он не успел. Да, он застрял. Пошел в жопу, кусок говна. Сейчас он пойдет туда. У него единственный выход, это получается там. Он будет обходить. А, не, надо лучше здесь его подождать. А еще лучше посмотреть, что у нас здесь. Я просто не помню. Монетка вроде бы, да? У нас есть возможность монетку взять. И просто постоять, подождать, пока он придет, ко мне будет в обход идти. Так, а здесь ключи же еще. Но я ключи не буду брать, они мне не нужны. Ключи нужны только для того, чтобы этого задиру этого сраного можно было остановить. Ну, то есть, не то чтобы остановить, вы поняли. Даете ему ключи. Ну, в том плане, что он отбирает у вас одну вещь. Если это будут ключи, это будет отлично. Если будет что-то другое, то будет не особо отлично. Он, я думаю, стоит уже открывать. Сейчас можно просто бежать обратно в самое начало. Ой, здравствуйте. Можно бежать, на самом деле, сейчас в этот, в сад. Для чего? О, приехали. А, нормально, слушай. Я успел взять все. Спасибо, спасибо, спасибо. А где он? Если он здесь, то я проигрываю. О, ивент начался какой-то. Нет, ну вы серьезно? Он там где-то. Погнали за яблоком тогда. Здесь можно бегать, я так понял. Он не запрещает. Крюком забиваем эту штуку, берем яблоко. У нас есть дополнительная жизнь, у нас есть замок. Не хочу здесь проходить. Приветик, приветик, девочка, как у тебя дела? Не беги обратно, пожалуйста. Туда и беги, все. Он идет за мной. Так, ну ладно, пускай идет. Здесь он пройти не может. Ну, у меня есть яблоко, можно пока не бояться. Даже если он успеет меня догнать, шестой дневник. Он уже очень близко. Да-да, не бегать по... школе. Это я уже слышал. Кстати, я проиграл. Да, я проиграл. Ну, я проиграл, потому что он близко к директору находится. К кабинету. Apple? Да, все для тебя, братан. Только смысл. Здесь я брал. Сейчас беда бедовая только в том, что я не помню, где последний дневник опять. Вот как всегда, блин. Как всегда, на самом интересном месте. Блин, никаких этих нету. Вот это получается, этот кабинет. У меня нету сейчас, получается, этого.
Да, он меня догоняет. Возможность закрыть дверь. Да, вот дневник. Это 8-й дневник уже был. Почти прошли. Хай, хай. Ну, блин, идеальный вариант. Я считаю, что это лучший вариант для прохождения. То, как мы проходим. Просто не получается немножко. Раз. Просто не удается кое-что. Этот лысый учитель меня уже достал. Ну ничего, ничего. Рано или поздно все получится. Просто прикол в том, что вот в этом коридоре, где находится кабинет директора, там находится у нас сразу 3 дневника, и нужно их сразу, наверное, брать, сразу 3. Но там очень долго приходится бежать до этих столов. Столы расположены неудобно. Фух, я уж думал, он успеет. Видишь, стоит, главное, в этой штуке. И непонятно, сможет он пройти, не сможет. Ну, ждем. Здесь забираем монетку. Я балди, еще будет долго, потому что только 3 этих. Хотя стоит, может быть, вот сюда вот именно приходить в последний момент. То есть, он все равно ускоренный. Максимально ускоренный. Он не сможет до тебя добраться. Ты эту штуку-то поворачиваешь и все. Но здесь все равно не убежишь никогда. Какая разница? Не знаю, за яблоком сгонять или что. Пока что непонятно. Ну, конечно. Но он здесь стоит. Я просто думал именно туда пройти. Ну ладно. Сгоняли за яблоком, называется. Zero. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Какая-то фигня происходит? Three. Это еще ворота закроются. One. Да, закрылись. Закрылись врата! Где он? Пошел в жопу. Чё? Это ли не чит? Ты офигел, балди? Читер сраный. Вот сраный читак. Так же нечестно, пипец. Иди в жопу, читак. Ворота были закрыты. Дядя. Он попутал вообще. Он вообще, походу, не понимает, что он сейчас в игре находится. То, что он должен был остановиться на этом моменте. Чё мне говорят, не бегать по дому? А где ты есть? Где директор? Почему директора нет? Он очень далеко. Как ты меня заметил-то вообще? Побежали. Я не знаю, успею ли я взять. Мне кажется, не успею. У меня просто сейчас шоколадка работает. Ты пошел в жопу, урод. И шоколадку просрал, получается. Да. Забирает он у меня яблоко. Не, я сейчас не успею пройти. Это, ребят, уже невозможно. Просто нереально. 6-й. Не, здесь уже нереально пройти. Бали забирает монетку. Здесь не пройти, получается. Вот именно в этом моменте нужно проходить издалека. Вот оттуда. А что сейчас произойдет? Опять! Ощущение, как будто балди отдаляется, заметили?
Ну, он рядом. Здесь я был. А где я не был, получается? В самом начале? Я уже не добегу. Он прям сзади меня. Отстань, братан. Отстань. И ты тоже, подруга. Отстань. Ну, ГГ. 8 дневников взяли. Ну, это ГГ. Это ГГ! Это ГГ! Ну, почти. Я так понимаю, мне в элеватор ведь надо будет потом. Непонятно в какой. Ладно, пока что я, в принципе, делаю все правильно, я считаю. Может быть, можно немножко траекторию поменять, но я считаю, что по этой траектории можно пройти, просто мне не везет. Постоянно либо меня директор ловит в ненужный момент, либо меня... Ну, кстати, Маша меня не ловила вообще ни разу, да? Мне повезло в этом плане. Фух, ладно, ребят, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписаться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шапке-канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Это была игра Балди. Спасибо за просмотр и всем добра.